А хочу сообщить вам, что я записываю видео на своих серверах по SCPSL, так что если хотите попасть в видео, то ссылка в описании. А также у нас открылся второй МРП-сервер. Добрый день, научный сотрудник, вы хотите поса... А почему вы в женский идете? Там очень часто такое, что забывают. Что? О. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Да, я сейчас убью всех! Стали на месте, на месте стали. В толкан, быстро в толкан. В толкан, быстро в толчок. На, я хочу стать таким, как вы, помогать вам. У тебя работа на корм пойти. Космическим угрям каким-то. Несколько побегал. Еще раз откройте, я вас застрелю всех. Еще раз откройте, убью всех. Все, вам пиздец. Я убил всех этих людей. Сколько людей? Сколько смерти? Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блять, семь человек. Восемь. Нормально, геноцид это весело. Киборг убийца. Блять, забери эту пушку, я, блять, не хочу ее видеть. Где она? Блять, тут еще один, он все увидит, убей его. Он все а ну стоять! Стрелять, давай! Они нас убьют, понимаешь, как только мы отвернемся. Эти оранжевые нас всех убьют. Подумай о нас. Мы уже убили восьмерых. Два или три трупа ничего не решат, понимаешь? Ничего не будет. Давай. Нет, один убежал. Стоять! Этот с нами пойдет. А ну стой, стоять. Сейчас стою. Он все расскажет. Он ничего не расскажет. Куда нам идти-то? Лучше закрой глаза, Дэшник. Да, закрой глаза. О, еще один. Не надо. О, выжившие. Переживший геноцид. Так. Лучше стой на месте, а то будешь так, вот как они. А я с этими что будем делать? Бля, давай их просто закроем и унесем ноги. Все, пойдем, побежали. Да, сейчас мы тут закроемся. Блять, тут походу мой союзник поработал. Это не наши. Блять, он как будто хуй живет, я ничего не понимаю. 4 SCP объекта надо задержать, походу сбежали, слышали? А, усраться можно, 4 штуки, да, блять? Да. Пускай этим мог занимается. Мы все равно больше доклад прибили. Их бы все равно пустили в расходы, думаю. Так и запишем. Их съели. А почему пуля в голове? Бля, нам бы тебе было по оружию неплохо найти. Да нормально. Учитывая. Ну будешь карточкой резать, подбегай, короче, по шее. Давай сейчас. Сейчас будем заострять. Давай заточим, короче, обшот. Да, вот тут, по-моему, заточить можно, давай. Давай, точи. Ебать, а нас не привлекут за изготовление холодняка. Сейчас мог прибежать, блядь, короче. Ты там ходишь, ты о чем? Так он с самого начала был огнестрелом. Ой, пиздец это. О! Ох, бляха, ух! Вот пизда нам походу. Блять, беги просто! Беги, просто забей! Блять, это пиздец! Бегите! Я слышал, как один человек из измерения деда выбрался. Да, и как он потом, нормально жил? Вон он, один из них. Блять. Один, короче, из этих. Блять, человек посрать решил, короче, герой, блять. Выбрался из деда, но не пережил, блять, меня с пистолетом. Ава Мария Деус Вульф, все. Так, кто-то орёт. Тихо. Дядя, ты что нарушаешь? В смысле? Кого? Ну это люди жалуются, дядя. Ты класс убил? Сейчас, секунду. Я не нарушаю, я буду. Нельзя носить для ученых тяжелое оружие, и нельзя его держать в инвентаре больше 5 секунд. Нахуй я улучшил. Слушай, поменяй на автомат. Не умею. Блять! Идите с Кипчи говорить. Ходи и сдавайся. Да, у меня автомат поломался, если что. Пулемет. В смысле, вообще ноль пулемета, да? Да. Выходи, тут человеку пулемет нужен. Ладно, пойдем, короче, больше будет. Я буду отвлекать его светом. Давай. Слепи его. Ой, заслеплю сейчас. А, тут никого. Бойтесь нас.
У меня фонарик есть, лучше не подходи. Ой, блядь. Пиздец, блядь, просто лабиринт. О, там оружие. Братан! Я чуть не усрался. Ты где, блядь, пошли туда? Я туда посмотрел, там тоже тупик. Стоп, так а мы тут были уже. Да я не... Мы потерялись. Ну что я тебе должен сказать? А что ты приебался, блядь? Справедливо. Камера. Камера светится страшно. У нас на содержании есть вот этот компудахтер? Да, вроде бы. Блядь, это скорее всего это он. Мы тебе монитор подарим. Мы тебе монитор хороший подарим. 240 Гц. 0.5 отклик. Давай. NVIDIA G-Sync. А вдруг он AMD-шник? Блять, фрисинг хотел сказать. И Ryzen. Ну Ryzen же подарю, ну Ryzen, чё, блять, не так, я не понимаю. Это Ryzen 5. Ryzen 9, 3950X. Да, тоже хороший процессор. Да это топовый. Пиздец тут, блять, что тут было? Бойня. Просто... Я же говорю, геноцид. Свои. Помоги нам. Пипец вообще, тут моего товарища сожрали. Да ну блять, ну честно, ну подари. Монитор хороший. Ну братан, ну не души. Нужна. Пизда. Соси хуй. Свои, я спасся. Что происходит? Да, там 2939, шо... Блять, пиздец, короче. Ой, да класс, а ну-ка обратно в камеру. Ой, ученый, стоять, РПД, нет. Схвати ученого за руку. Короче, тут они ученый, где усатого? Если вас охрана найдет, я все расскажу, вас убьют. Ой, я обидный, ну чего, его нету. Ученый, спасай! Ой, братишка, давай, один твой тайм. Они ёбнулись. Сука, пристали, они хотели меня убить, гандоны. О, добрый день. Давай. Здорово. О, всем привет. Там Д-класс выбрался со своих камер. Качайте Д-ку, они вооружены, опасны. А еще они гомосексуалисты. У нас миссия вывести амзергов, все. Амзергов? Что? Да. Ну вы с ней сотрудником все, посмотри. Да, что такое? Короче, смотри. Ребят, мы с тобой братья. О, бляха, муха, не смотри, открой. Твою сука, а зачем мама? Зачем мне руки связали? Блять, этот пидор от нас не отстанет, он у него цель, блять, пидор. Руки зачем связали? Дед не уходит от флешки, бан деду. Он не уходит от флешки, бан деду, за что он не уходит от флешки. Так он ушел, подожди, нет? Он ушел. Ну пойдем тогда, обратно. Блять, так и хочется всем бан выдать, нахуй, заебали. А что насчет фонарика? Нет, фонарик он не... Понятно. Только флешечка. Минералочка. Да. Бляха-муха, открой дверь. Дед, отъебись. Ты что, сука, блядь? Ой, ты че, ебать, а? Блядь. Дед, просто иди нахуй, дед. О, добрый день. Я, короче, в деда попал, так сказать, в его измерение. Ну, как бы профессионализм, понимаете, не пропить. Так, аккуратней. Сиди по съёбам, нахуй! Уши. Давай, вызывай. Говорит член научного персонала. В комплексе случился пиздец. Снаружи вырвались все пиздольки, 106 бежал до класса, и все очень плохо. Вызываем подкрепление бога. Братан, у тебя пустая голова, ты в курсах? Да, братан, у тебя тоже. Блять. О, тоже. Блядь! Добрый день! Пиздец! Фонарик на место, фонарик положи, фонарик выброси. Ладно. А в НТФ, да? Я подозреваю, что одного... Да, только можно вас обыскать? Повернись, пожалуйста. Ну да, НТФ спасайте. МТФ спасай, МТФ... Да, МТФ, все. Ну вот. Да я ж сразу по военной форме сразу увидел, я просто, короче, это стриманулся. Да, мы вас в военной форме... Мы ж вызвали, мы ж только что вызвали МТФ, правильно? Так в смысле, ты только что вызвал МТФ, вот они пришли. Оперативная работа, между прочим. Мне пиццу так быстро не доставляют, как вот эти чуваки прибегают. Они прибежали еще до того, как мы их вызвали. Профессионализм не по годам.
Короче, сюда, направо, сюда идем. А, что такое? О, бляха-муха, бляха-муха. Дайте аптеку. Интерком! Нет, то он не поможет, там даже дверей нет. Там война просто. Забинтуй его бинтами. Я уже все. Кто карточку убрал? Да ебар. Где? Сюда. Да ты, братан, ну, я, ты уже пятый раз меня отправляешь, понимаешь, мне не перехитрить. Хочу сообщить вам, что я записываю видео на своих серверах по SCPSL, так что если хотите попасть в видео, то ссылка в описании. А также у нас открылся второй MRP сервер.